Друзья, сегодня к нам пришла, к сожалению, еще одна трагическая новость. Сегодня нам сообщили, что известный российский артист, телеведущий и юморист Дмитрий Хрусталев серьезно болен. Несколько дней назад врачи после полного обследования выявили у него ужасную болезнь. Какую именно, пока не сообщается, так как это медицинская тайна. Также стало известно, что Дмитрий Хрусталев уже сделал заявление, что на время уходит из шоу-бизнеса, так как будет лечиться за границей, потому что российская медицина бессильна. Давайте поддержим Дмитрия Хрусталева. Будем надеяться, что с ним все будет хорошо и лечение ему поможет. А вы, друзья, поддержите нас. Подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы уже завтра утром не пропускать свежие выпуски на нашем канале. Мы вас ждем на нашем канале уже завтра утром. До скорой встречи, дорогие друзья!